Медицинский триллер в Одессе. Мужчина умер, потому что врачи приехали на вызов вдрызг пьяными. Вместо того, чтобы оказывать помощь, они отмечали день рождения прямо в карете скорой помощи. Все подробности расскажут наши корреспонденты. Сообщение о том, что возле ЖД вокзала бродит полураздетый мужчина, поступило в полицию около 10 вечера. Прибывший на место патруль вызвал скорую. Бригада приехала довольно быстро, но припарковалась машина в нескольких сотнях метров. Пока полицейские объясняли, куда подъехать, мужчина потерял сознание. Поліцейські в цей час намагалися власними силами робити реанімацію, робили штучне дихання, масаж непрямий серця, але врятувати громадянина не вдалося. Швидка допомога стояла в 100 метрах поруч місця події і не під'їжджала. Через 20 минут скорая все же подъехала, чтобы констатировать смерть. Медики вели себя неадекватно. Пришлось даже надеть на них наручники. Оказалось, медики пьяны. Врачу исполнилось 40, и бригада отмечала юбилей прямо во время дежурства. Они даже не поняли, что в нескольких сотнях метров умирает человек. Кто у них умер, что у них он не умер, я понятия не имею, я сижу. Когда мы вам звонили, он не был умер. Вместо того, чтобы оказывать помощь умирающему, врачи пошли покупать в киоске сигареты. Вы скажите, 9-30 минут стояли на вызове. Вот, где? Все объяснили. Сигареты все. Покупали, вино сигареты покупали. Сигареты покупали, вино покупали. А вон здесь человека руки. Это вы 30 минут были на работе? Я объяснил потом. Трезвым из всей бригады был только водитель. Врач отказался от свидетельства, но по всем внешним признакам он явно находился в неадекватном состоянии. У фельдшера 2,2 промилля алкоголя в крови, что, в принципе, говорит об состоянии алкогольного опьянения там, в средней степени, ближе даже к тяжелой. Всю ночь медики провели в райотделе, пытались давать показания. Оба заплатят штраф, с работы их уже уволили. Но если экспертиза подтвердит, что они могли спасти пациента, и врач, и фельдшер понесут еще и уголовную ответственность. Даниил Снисар, Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности, телеканал Интер, Одесса.